Мария Белова. Тренер в направлении джаз-фанк и хаус. За этот сезон Марии удалось снять 10 видеоработ, посетить 50 мастер-классов и воспитать победителей первенства России по направлению джаз-фанк и хаус, а также чемпиона России в возрастной категории «взрослые» по направлению джаз-фанк. Отдельное достижение – воспитанники Марии одержали победы во всех официальных номинациях и возрастных категориях Всемирной танцевальной олимпиады. Никита Брагин, руководитель филиала «Лидер Дэнс» в микрорайоне Бабаевского, Боевая и Савушкина, тренер в направлении хип-хоп. Добился вместе со своими воспитанниками невероятных результатов. Они стали финалистами первенства России и Кубка России в направлении хип-хоп. Также в этом сезоне Никита Игоревич с успехом сдал экзамены в городе Москва и получил вторую российскую судейскую категорию общероссийской танцевальной организации. Анастасия Хаджаева, тренер в направлении джаз-фанк, в этом году подтвердила судейскую категорию, сдав экзамен на судейском конгрессе Астраханской федерации современных танцев. Также Анастасия в этом сезоне посетила 45 мастер-классов и постоянно проходила онлайн-обучение. Она подготовила 7 видеоработ и поставила 6 групповых постановок, которые успешно были представлены в рамках крупных танцевальных событий. Валерия Васильева, тренер в направлении джаз-фанк, сняла 5 видеоработ со своими воспитанниками. Участвовала в таких проектах, как «Леди Бомб», «Grow Up» и «Таврида». Лера стала участником хореографической смены «Таврида», где провела время вместе с активными инициативными группами молодых людей со всей страны. Ее воспитанники в этом сезоне показали отличные результаты, стабильно выступают в финалах на астраханских событиях и уже начали участвовать в выездных турнирах. Даниил Дунаев, тренер в направлении хип-хоп, действующий танцовщик и молодой преуспевающий тренер. В этом году самым важным достижением Данила по праву считается финал Кубка России по направлению хип-хоп среди взрослых мужчин и победу в личном зачете на батлах All Styles в рамках Всемирной танцевальной олимпиады. Воспитанники Данила прекрасно себя проявляют на конкурсах, его тренировки проходят весело и непринужденно. А еще Данил является диджеем, он часто играет на наших мероприятиях и уже успел зарекомендовать себя как настоящий профессионал своего дела. Розалина Ильясова, тренер в направлении сценических видов танца, новый педагог-хореограф нашего центра. За короткий срок Розалине удалось реализовать максимально свой потенциал. Она приняла участие в образовательном проекте в городе Азов, где училась у одних из лучших хореографов России. Также Розалина является действующим танцором и успешно выступает на конкурсах, представляя «Лидер Дэнс» в дисциплинах сценического танца. Так, в этом году она выступила на Всемирной танцевальной олимпиаде с новой постановкой в направлении модерн. Полина Назарова, тренер в направлении джаз-фанк. Полина присоединилась к нашей команде в этом сезоне и уже с успехом заявила о себе. Ее воспитанники показывают высокие результаты на конкурсах. Одним из ярких достижений является победа на самом крупном танцевальном событии Астраханской области – «Лидер Кап 2024» в номинации «Formation». Олеся Ромахова – тренер в направлении кей-поп. Новое направление в «Лидер Дэнс», которое активно набирает обороты. Воспитанники Олеси показывают отличный результат выступлений и уже в этом сезоне выступили в городе Москва на Всемирной танцевальной олимпиаде. Хотим отметить и работу нашего административного состава, который в этом году показал высокие результаты. Сегодня в «Лидер Дэнс» работают 10 сотрудников, которые каждый день трудятся, решая текущие проблемы, помогают родителям и танцорам, участвуют в наших проектах и постоянно совершенствуют систему работы с клиентами через обратную связь, что помогает «Лидер Дэнс» становиться лучше каждый день. Также в нашей команде появились и новые администраторы, которые успешно прошли обучение по инновационным методикам в области работы с воспитанниками и родителями танцевальных центров, личностному росту и проектному управлению. Сегодня они активно применяют навыки в каждодневной работе, помогая родителям и детям комфортно чувствовать себя у нас в гостях. Наши социальные сети и мессенджеры в надежных руках. Отмечаем заслуги команды маркетинга, которым в этом сезоне удалось преобразовать облик наших социальных сетей. Красивые видеоролики, фотоотчеты, афиши, опросы и многое другое. Каким видит мир «Лидер Дэнс», зависит от них. Спасибо! Каждый вкладывает душу в то дело, которым они занимаются. Мы гордимся нашей командой.